Ой, господи, мужчина пал с собакой. Стойте. Давай, возьми с другой стороны. Ага. Стойте, стойте. Нормально, да? Да. Стоите? Да. Голова не кружится? Может, вам где-то сесть надо, не? Нет. Точно? Нет. Дойдете? Нормально? Да. Ну, вам неплохо, ничего, вы просто выпили, наверное, да? Да. А, ну все, тогда давайте, иди, осторожно, иди домой. Давайте мы вас на ровную, стойте. Куда вам надо идти? Да вот подъезд. Давайте сюда на ровную, выйдите. Да, выведи, Коль, на вот это, чтобы не это. Вот еще с собачкой. Осторожно, потому что... Что же вы так сильно перебрали? Ну, так получилось. Чей жена погнала с собакой гулять, да? Где у вас подъезд первый? Да вот. Коль, доведи, доведи, да, 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 это самое, да, я возле машины побуду. Ой, кошмар, упал прям в воду мужчина и собака, и машины едут. Ой, кошмар. Ой, ты как плачу, тебе грошей нема. Что это за мужчина, у которого денег нет? Ой, это классная нема. Штука. Что, на девчат потратил? Клюква. 6 гривен 30 копеек. Та що тобі рубль дать? Як нема, да. Можна мені хурму одну? Щас. Якусь таку. Дайте йому ще хурму. Тут грошей нема. На хурму хватит. Це в нього нема, це в нього нема. Я тобі яблуко взяв. А, ні, я хурму хочу теж. Так давайте яблуко. Давайте. Мені не треба, я не їм яблуко. Положи назад, якщо не треба. Здравствуйте. Коля, морочиш голову? Давайте дві хурми. Мені два яблучка, а потім їздим. Скільки там? Тут плюс 27. 33-30. Слушайте, не ви не розмієте 50 гривень? Та ви що, смієтесь? Ні. Я в повному серйозі не можу купити в сусідньому магазині. Я вірю. От у мене 100-200, 100-200. Що ж я вам можу дати, як в мене одна двадцятка і одна десятка. Це не те, що я не хочу. Ну, тому що не дають. Зик. Ну, в мене немає це, в мене немає десяток. Немає? Так, лучше я тобі, немає, чесно. Вона думає, що я їй брешу. Дивиться на мене з таким цим, вроді би, я не хочу. А я в сусідньому один можу. Ну та що ми? Так, 34, ну можу. Я зайду, і все у нас буде вставати полотно. Здравствуйте. Ну, середка ваша полотна. Вона вже заканчується, а ви тільки... А я тільки дам. Я вдруг. Все, спасибо. Вам спасибо. Це така сама позитивна продавщиця. Ага. Курмичка вкусна. Сладка, сладка. Це моя слабость. Що ти принесла? Я принесла эти твои, а то лампочкой показать. Підійдуть мені на эту. Мама, господи. Вот тут я випало, не мене сама. Мені було монастир. Це ж мої лампочки. Ну да, твої лампочки, ну я знайшла. Ну, забереш. Подійдуть мені, чи не подійдуть. Подійдуть, от телевізор, ребята, повісили. Смотрите, как красиво. Это фильм «Опасная игра Слоун». Обалденный, рекомендую посмотреть. Тут уже вот это. О. Да, видишь как? Так, вот мебель. Вот эта фурнитура так высовывается. Если надо повесить что-то, а-а-а, раз, засунул туда. Короче, а вот то это что, сынок, тоже так? Тоже так, да. Это будет оббиваться другим, будет другой еще. Задняя сторона другая будет. Тут будет сидушка мягкая. Это будет закрываться все фасады. А сидушка будет... что, присесть его будет? Ну да, тут сидеть можно о, будет. Хорошо будет, отлично. Это вообще да. По высшему... А ну, люди на нас не бежать. Заходь, проходь, люди бежать. Что, здоровые программы?
Вот тут тумбочка, но тут немножко не сходится. Тут надо передвигать розетки. Чуть-чуть не сошлось. Чуть-чуть не это самое. Но там не проблема. Там можно снять, раздолбать в эту сторону, а тут оно перекроется. Вот. Так, в принципе, все хорошо. Это полка для обуви. Что там? Что-что? Красивые. Это подушки, да, это я сегодня купил. Две подушки таких. С оленями. Ага. Потом одеяло себе купив. У меня нема одеял. Старючее, то, чтобы завонять и диван. Ты мне оставил. Чтобы диван ними завонять. Ой. Вот новое одеяло. Старыми одеялами собачьими. Ага, с синтепонами. Я сегодня одну подушка. Покрытие. А це що? Подушка. Подушка. Так, да. У тебе ж дві є, а чи ти ще? Які дві? На цих спать, що ли? Ти чу? А, це для красоти. Ага. А тобі ж кольора мама дві вислала. Не такі? Не такі. Не такі, бо мені треба, щоб удобно. Ну, здрасте, мені спати треба, щоб удобно було. Розтранжитель страшний. Та при чому тут транжитель? Мама, спати треба удобно, висипатися. Ну так, ну то хороші ж подушки. Не на три... Ну хороші візьми спи, а мені треба тверджа подушка. Це сон. При чому тут? При чому тут, хто подарив її, нові чи старі? Так, я должен висипатися, а не як з приветом лежати на тих подушках. Сейчас такая вот эта мода, запечатают в коробке подушки, халам людям навязывают только. Чехлы, хирлфлы, вот подушки. Вот эта подушка, так ты будешь спать на ней. Хорошо, потрогай. Ого, ого. Ого, есть разница. Тверденько, ой, что тут у меня могу стрелять? Стреляй, иди лягай, сидишь. Вмираючий лебедь. Я не лежала, сынок. Інсульт давай, щоб тебе ще трахнув. Я хорошо лежала. Давай, щоб тебе ще інсульт трахнув. Ладно, не борчи. Хоч нічого не каже. Щоб тебе не трахнув. Тебе ж болить. То одне, то одне. Мене болить із-за цього. У тебе голова цього не болить, коли болить у мене. Ти забрав? Коли в мене болить, це мої проблеми. А коли в тебе болить, це теж мої проблеми. Милка, ти забрав, я собрала тобі горлишко. Взяв, так? Да? Забрав, так. Да. То ще наготувала куртки, думала прийти. Ти кажеш, мама, підожди. Я думала, ти зараз. Стою вже забрав. Та що підожди? Ну, чоловік ставить телевізор, ти під ногами я, будеш шататися. Ну так я говорю, все, мам, підожди, нема коли. Підожди, стоїть, жди. Що ти ждала? Таке, чисто здрасте. Може, чи він ходить будеш. Оце все покидати, да? Чоловік, це ти різеш на рога. Самилка, ти ці коробки хочеш? А тобі треба вони? А ти нічого не будеш? Нічого не будеш, і ти нічого не будеш. Це хлам. Ну, хорошо. Красиво. Жаль, та подушка. Красиво. Це постільне бельо, два комплекти. Один такий, новий. І один такий. От. А, це більше. Це що, тут пододіяльник, да? Все, комплект белья. Що там є? Простень пододіяльник. Та Томас, під ногами, та твою ж мать, що ти лазиш? Прям под ногами, Ліза. Поїв, все, йди. Ну, інтересно. Це на виброс. Да, буде стояти у мене отак посреди квартири. А зачем кидати? Посреди квартири буде стояти у мене. Не посреди, на балкон. Да, конечно. На мусорку, на балкон. Так. А, пауза. Я ж хотіла побачити, як люди будуть. Нормально? Прекрасно видно. Не біжать на нас. Хто біжить на нас? Куди біжать на нас? Томас, та вийди ж ти з-під ног, ну, твою ж дивізію. А в мене є самого посередині тих покривав, що ти мені дав. Я оце зелененьке з білим постирала. Воно чого-то грязне. Це для одіяла хай буде. Не викидай, так, хороше. Хоча я буду пользуватися, на що воно мені треба. Не треба? Не знаю. Бери, забирай, да. Хорошо, бери. Тобі можна. Тобі все можна. Так, а де моя для... А, я повесь, положил вот эту. Положил эту. У мене от получається для обуви раз. У мене получається для ног моїх два.
Вот. Все, хай будет. Не хотят люди себе вешать такие, я считаю, что надо. Так. Тут тоже мебель как-то неплотно. Получается вот так. Не знаю, что так. Туда видно, оно там в угол упирается, там, наверное. Не проходит. Видите, тут. Одну картину можно на ту сторону, другую на ту. Красивее, ну так хорошо, мне очень нравится вот это вот, что оно белым цветом, и тут будут зеркальные штуки. В общем, все. Тут тумбочка для обуви вот. Так, что я еще купив? Це я купив. Давай сюда. Хорошая двуспальня, наверное. Да, двуспальня, здорово. Так. Це подушка тут. А це на диван, так, красиво? Це просто, да, як на диван. І купив гладильну доску. А ну. От вона гладильна доска. Тут уже видите, що хорошо, у мене став чемодан. Вот туда будет стоять. Я могу его закинуть, конечно. У меня сверху вот там вот лежат, а то окон их не видно. Вот там вот штучки. Тут если смотреть, их не видно. Мама, я не понакадав, я еще ничего не складываю. Я поскладывал только полотенца и вот эти. Вот именно сложно. Все остальное просто разместив. Мне надо это перестирывать, переглаживать, перевешивать, перекладывать. Я не могу. У меня 50 рук и 24 часа в сутки. Вот эти куртки. Вот тут только две куртки. И тут стоит... это вот это от окон стоит. Вот оно там себе стоит, как чуланчики, нормально. Вот гладильная доска. Вот она. И пылесос там. И пылесос сюда ставь. Все сюда. Там тоже стоит чемодан. Вот ему надо проверить. Опа, хотя чемодан можно и наверх закинуть. Конечно, я посмотрю. И елку туда, и игрушки туда. Елка туда не влезет. Елка у меня здоровая коробка. Елка только если сюда влезет. Да. Подниз. Ну сделаешь. А сюда тоже не влезет, да? Нет, сюда я не буду на проход ставить елку. Да, будут куртки. А те две, что у меня лежали, ты почепил? Какие две? А там лежали, где у меня выходит на... Кто в две? Дві курточки лежали, де я забрав, да. Ну, кажу, забрав, почепив. Почепив, конечно. Ну все, вот это я спрашиваю. А то ты не поймешь, дивися на мене. У мене лежали дві. Ну да, на я проході. Приготовила тобі тоді. Курточки. Виходь, я закрию. Иди это сюда. Я все разберу, Томас. Просто мене пока не доходять да, руки, пока мебель тут надо разобрать. Тебе, знаете, коли ты все поскладываешь, будет дуже хорошо. Я знаю, что будет дуже хорошо. Ничего лишнего не будет. Так вот, это на мусор. Там это, чтобы красаться, что куда. А ну тебе надо это? Не, надо? Надо. Заберешь? Телевизор? Да. Не, я не нашел. Ну я ж не знаю, ты питаешь так, вроде хочешь взять. Мы все временно в этой жизни. Ой. И ты, и я, и мы с тобой. Про все, это выкинуть. Мам, я уже ничего не знаю. Кранбор. Хорошо, висит телевизор, мне понравилось. Да. Выше не надо, не я, не. Да, только так. А ну включи, что он, как они будут двигаться. Люди. Як двигаться? Обычно двигаться? Ну, не близко нам буде. Опасна игра. Тобі не знаю, як буде. Ну що, хорошо. Що, як кіно будуть показувати, от. Можна буде йти. Ну, прекрасно. Що? Що, перещегля в ігру. Та прям там перещегля в ігру. Конечно. Телевізора їх такого нема. Ой, прямо, в них теж такий, по-моєму. Так, як отсюда вийти? Ретюрн. 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 І тут фільми можна за це саме. Дивиться, да? Да, назад. Так, серіали і шоу, лайф, спорт, телеканали, прем'єри, телеканали. Вибираємо. Танці зі зв'язку. Так. Режисер дубляжа Всеволод Кузнецов. Так и ты тут есть, да? И ты тут есть, да? Савелиат. Мы что не делались тут? И Савелиат. Телеканалы. Владимир Судин, здорово, написано.
Тут уже... А де як їх вибирати? Телеканали. От я вибираю телеканали. А де тут? Або телеканали. Вибрати список. Віленька, тобі не треба подушка маленька? З котиками, де вони? Ну, он бери. Все надо, все надо. Мені сіно ти оставлять. Я можу даже прописати, що переділила де Томас. Можу подарити тобі. Де подушку я купляла. Цепочку. Мамка, давай, бери то, давай. Будем... Яку? Ну, що ми свято зробили? Я купила подушку, туди вклала, підкладка Томас. Не треба мені дарити нічого. Цепочка, можу і подарити. Не треба, то моя наволочка. Вона просто була... Моя, так, да, вона була грязна. Подарити мені, так. Да. Тому ти вирішила мені її подарити. Так, це я маму винесу в коридор. Потом выкину на мусорку. Ребята, смотрите, какая красота. Я постелил новое постельное белье. Новое одеяло. Это сатиновое вот это вот. Ой, вообще просто супер. Так ложишься. Ой, вообще. Обалдеть. Подушка новая. Боже, неужели я в такой квартире, ребята, в таком ремонте? Это нечто. Смотрите, как красиво. Как все стильно. Ой, вообще, телевизор сзади такой огромный. Буду кино дивиться. Вообще обалдеть. Сам покажу. Дайчика, ты сейчас сидишь, как сирота казанская. Иди на сатиновое покрывало. Смотрите, какое красивое вообще. Ну такое, знаете, я что-то не хотел сатина, сейчас мне понравилось, что я взял. Такие подушки. Ой, вообще. О, господи, прелесть, просто прелесть, вообще, и хорошо диван закрывает, и такое огромное просто, это большое одеяло, я думаю, что надо было полуторку брать, наверное, на такое, вообще прелесть, вот постель, настоящая постель, для нормального человека, гардеробно, все как у людей. Как у белых людей. Вот это, конечно, шикарное покрывало. Мне так нравится, это плед. Я сюда его убираю. Вот там вот пылесос, все такое. Да, ножки были у телевизора, кто-то сказал. Я посмотрел точно вот ножки от телевизора, но я ними не пользуюсь. Телевизор будет висеть. Вот.